Добрый вечер, друзья. Итак, не утихают, как говорится, страсти. Ну, в принципе, не страсти, а разговоры о том, что войлок у меня, как говорится, не той системы. Сталь D2 на ноже линкор все-таки не соответствует хорошему качеству. И там в одном комментарии под видео мне было предложено, говорит, возьми, пожалуйста, нож фирмы Matrix. Этими лезвиями Олег режет войлок, как эталонный, что ли, или как для тестирования, что ли, войлока. Не знаю, для чего он режет, ну, или проверить стабильность войлока, или еще что-то. Вот, я зашел к нам сегодня в Леруа Мерлен, но, к сожалению, лезвий отдельных не было. Я купил нож Matrix целый. Вот сейчас его открываю. Вскрыл пломбочку. Вот он. Достаю. Он еще в масле. Никаких отпечатков нет. Он нигде не открывался. Я его даже в руки не брал. Вот я его купил. И сейчас я буду резать вот этот кусок войлока, который остался. Вот он такой. Тот же самый, что был на котором войлок, который я резал ножом линкор. И посмотрим, сколько этот нож, лезвие Matrix. Как говорит Олег, там стабильное качество, стабильная термичка, там еще что-то. Сколько он отрежет вот этого войлока раз, я не знаю. Я им не резал и даже понятия не имею. Так, вот нож я вытащил. Проверяем остроту. Это нельзя проверять остроту. Нет, мы возьмем сейчас секундочку. Газетка. Олег на газетке режет. И я на газетке режу. То есть вы видите, да? Нож новый. Нож острый. Без всяких проблем. Режет и режет. Начинаем резать войлок. Тот же, которым я резал ножом линкор. Сейчас я его зафиксирую. Вот, зафиксирован. Начинаю резать. Раз. Два. Два. Не дорезал. Он даже не дорезал его. Берем формат. Бумагу еще подрывает. Ну, давайте пробовать дорезать. Сломался. Ну, уже, в принципе, не важно. И хочу задать вопрос тем комментаторам. Без злобы, без ничего. Я просто хочу задать вопрос. У Олега войлок вот таким ножом он перерезает. 10 там раз, он там 15 говорит сколько раз. У меня нож не отрезал. Один раз вот он отрезал. И вот второй перепилил. Все, на этом закончилось. И я теперь хочу спросить. Хороша ли сталь D2 на ноже линкор, либо это хреновый матрикс у меня, либо еще какие-то будут, так сказать,
ваши, я хотел бы услышать ваши мнения, ваши мысли по этому поводу. Или что-то опять в моем, как говорится, тесте было непрозрачно, то есть было как-то, ну, какие-то там подводные камни, скрытость, еще какая-то, еще что-то, еще что-то. Я хотел бы, конечно, услышать бы, как вы относитесь вот к этому результату. Вот этот квадратик, как сказал один уважаемый человек, говорит, сравнил кружок, рулончик войлока с этим квадратиком. Так вот, вот этот нож матрикс отрезал этого войлока даже полтора раза, можно честно сказать. Вот клинок с этого ножа. Вот и все. Ну, в принципе, у кого есть еще какие предложения, что мне надо провести, что мне надо еще порезать, я сделаю это, если в моей возможности. То есть без никаких проблем, господи. Как говорит пословица, помните в детском мультике или в кино в детстве, в нашей молодости, у волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Вот вам, пожалуйста, нож матрикс с клинком, с его лезвием. Войлок отрезал полтора раза. На этом все. Спасибо большое всем за внимание. Всего доброго. Пока-пока.